мало фигуристов способны показать вот фигурное катание во всей его красоте. Грубо говоря, выжать из конька максимум. Денис это умеет. Когда он катается, ты на него смотришь и ловишь себя на мысли, что тебе все равно какое место займет. Он умеет, он чувствует музыку, он ее слышит, он ее умеет показать. Это редчайшее качество для одиночника, потому что большинство одиночников, они не катают музыку, они катаются под музыку. Отягощающее здесь такое качество – это то, что Денис имеет олимпийскую медаль. И когда у человека уже есть медаль, он не в состоянии получать удовольствие от того, что он просто катается. Он будет умирать, но он будет биться за эту медаль. И это ужасно сложно для Дениса. Я понимаю, как это сложно, но это же и делает его катание привлекательным. Люди невольно начинают ему желать, чтобы он этого добился, чтобы он опять туда вернулся. И если Денис уйдет, он просто вынет громадный кусок жизни у многих людей.